Всем привет, ребята, с вами Милашка, и сегодня пятница, а это значит, что мы идем на почту за подарочком. Заходим. Сегодня, кстати, должен быть новогодний подарок, потому что, ну, завтра уже как-никак Новый год, и поэтому ждем что-то прикольное. Заходим. Берем билетик и отдаем его Крампету. Мы получаем наш подарочек. О, у нас аж два подарочка сегодня. Они у нас не в новогодней упаковке, а просто в золотой. Ну, давайте откроем. Здесь у нас это что? Это питомец, фейерверк. Ничего себе, что-то новенькое. Необычное достаточно. А здесь у нас по классике шарики 2023. Но они уже в другом стиле сделаны. Ой, не такие, какие в прошлый раз были, потому что там у нас прям объемные такие цифры были. А здесь круглый шарик, и на нем написано 2023. Также у нас вот эти вот... не знаю, как их назвать, дуделки. И колпачки красные. В этом году все в золото-красном стиле сделано. Слушайте, я думаю, что достаточно классные подарки. Ну, шарики, это, конечно, по классике. А вот это, ну, прям что-то интересненькое. Вот этот фейерверк-питомец. Мне прям понравилось. Пишите в комментариях, как вам эти подарки. Давайте мы их уберем сейчас на полочку. Мне прям правда понравились. Я жду вашего мнения в комментариях. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube, Яндекс.Дзен и ВК. Всем пока-пока!